В столице Колымы переименуют сквер. 60 лет Магадану станет школьным и будет носить имя Веры Гоголевой. В пользу такого решения высказались более 53% принявших участие в онлайн-опросе, проведенном мэрией на официальном сайте. С новым названием сквер станет местом встречи выпускников, площадкой для мероприятий Дня Учителя и других праздников. Напомним, Вера Гоголева – учитель и почетный гражданин Магадана. Инициатива назвать сквер ее именем принадлежит педагогической общественности. Мы не забудем и о 60-летии и отдадим дань памяти Вере Ефимовне Гоголевой. Поэтому, наверное, самая хорошая формула будет, если мы будем сквер называть именем Веры Ефимовны Гоголевой, который заложен в год 60-летия города Магадан. В будущем сквер отреставрируют. В проекте предусмотрен амфитеатр. Напротив возводят школу героев.